Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это меня не видно, да? Ну, маленько видно. Маленько повыше сделайте, чтобы голову было. Вот, вот так. Во-во-во. Угу. Вы в глазок смотрите, себя увидите, как вы отображены. Угу. Ну, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, вот у меня такой вопрос. Почему православная церковь так вас вот не любит и говорят, что вы еретик? Ну, не принимают как бы вашу миссионерскую. Вот я спрашивала у батюшки, а он говорит, как бы, кого ты слушаешь, не то вообще ты не тем занимаешься. Почему не принимают вас так? Так знаете, почему-то они должны отвечать, а не я по смыслу-то. Угу. Вот если сейчас они что-то говорят неправильно, а я на них в суд подам, мне в суде ничего не надо доказывать. Они должны доказать то, что они говорят. Они не докажут, они проиграли процесс. Я могу подать на них 1-1,5 миллиона на каждого, а уж все же суд вырядит. Я в суде ничего не буду говорить, ни одного слова. Они должны это доказывать. У меня к ним, я их и знать не знаю ни одного, кто они там еще лопаются. Брызги до суда не долетают. Ну, получается, как бы, если у вас миссионерская такая служба, вы просвещаете по всем странам, подождите. Ездите. Так, минутку, подождите. Вот это у меня, ты видишь, он что-то не включился-то. Так, подождите-ка, заново отруби. Вот так. Теперь вам видно? Нет, не видно, черный экран. Ну, смотрите. Ну, мне вас слышно, мне нормально, я вас услышал. Мне ну, главное ладно, слышать что-то вас. Она тормозит у вас. Вы в каком городе? А, город Севастополь, Крым. Мы в прошлом году там были. Да. У вас в Севастополе, в библиотеке, мои книги, все 38 книг. А в какой библиотеке? Ну, центральной, севастопольской. Да. Да. Надо пойти посмотреть. Обязательно. А то знаете, как на интернете не посидишь, долго не почитаешь. А очень бы хотелось почитать. Хотя, знаете, вот этот Иоанн Златоуст, у нас как бы нет его даже в продаже, чтобы купить и почитать его полностью. Ну, у меня на сайте есть аудио, насчитано мной. Угу. На сайте. Мне очень нравятся ваши проповеди. Очень вот истинно. Я спрошу батюшки-то, они что имеют против-то? Что как за тебя задевают? А мы далеко друг от друга. Так, что-то опять заглохло. Что это интересно? Погружение, если крестят. Неполадки в интернете. Неполадки в интернете. А откуда они, батюшки, еще знают-то? Ну как, ну они, я-то спрашиваю, я говорю, вот я смотрела миссионера, он ездит по всем странам, и он говорит, что нужно погружением полным, троекратным. А он мне говорит, а вы читали Библию, что там даже были такие моменты, когда и слюной крестили, вот такое. Понимаете, кому вы, говорит, верите? Вы, говорит, почитайте Библию, понимаете? Ну и в Библии написано, Филипп и Евнух оба сошли в воду, как раз в Библии это известно. Угу. Это мы считаем и Слово Божие. Угу. Вот если вам нужен материал о крещении, вы зайдите на наш сайт. Ну я ваши проповеди я практически все просматривала. Вот. Очень интересное вот это по поводу сектантов. У меня просто есть знакомая, она евангелисты ходит в церковь и утверждает, что это истинная церковь. Как бы православие тоже какие-то заблуждения есть. По поводу того, что они почитают иконы, мощи ходят, тоже какой-то обряд получается, так что ли? Дело-то вот в чем, что у сектантов нет священства от апостольских времен, и они не церковь. Все остальное, что они о нас скажут плохое, мы согласимся. Но мы церковь, в которой какие-то недостатки. А они не церковь, хоть они пусть золотые будут, они вообще не церковь. Церковь Христос образовала, а не секта. Ну, смотрите, ну, у них-то проповедь быстрее идет, они миссионерские проповеди, и проповедуют, и доносят людям как бы от слышания. Ну, вы сейчас слышали? А у нас... Вы слышали, что я сказал? Угу. Христос создал церковь. Евангелие от Матфея 16:18. Когда он ее создал? В день Пятидесятницы. А сектанты появились через 1800 лет. Они создают новое, что Христос не создавал. Остальное уже не имеет никакого смысла. Христос придет за церковью. Что бы они там ни говорили.
А вот смотрите, вы по поводу вот мощей тоже получается, как бы это не то, не если то. Вот люди ходят, Мощи тоже. должны быть захоронены. Мощи это труп, а они возятся с ними. Мы признаем, что это неправильно, и все на этом. Написано Степана, погребли мужи благоговейные. А вот, вот по поводу еще того, что вот духовный отец, кто может быть духовным отцом? Если вот я духовно в церкви... родил. Апостол Павел говорит, у вас наставников тысячи, но я родил вас благовествованием, немного отцов. Апостол Павел нам говорит об этом. Вы считали про это? Ну, читала. Ну, вот и все. Он родил проповеди. Вот только это духовный отец. Остальное одно название. Ну, то есть на земле не считать никого духовными отцами, да? Вы можете считать. Вы меня спросили, кто? Я ответил. А остальное по названию. По названию много у нас может быть. Вот, а по истине один отец. Биологический отец, от которого ты родился. А духовно, от кого ты услышал Слово Божие и обратился? А вот смотрите, у меня вот первое обращение было, евангелисты мне дали свою эту Библию, и я ее вот первую прочитала. И я вот решила, что как бы мне тот путь, который мне уготован, и я стала ходить в церковь православную. Но до этого я посещала церковь православную, не так верила. И как бы услышала, что это есть, и нужно посещать церковь. То есть не когда тебе вздумается только на праздник, а то есть раз в неделю хотя бы на служение, воскресенье. И стала посещать храм. То есть получается, как бы я должна ходить в ихнюю церковь или православную? Я еще раз говорю, православная это церковь, она от апостольских времен. А остальные, которые там есть, я не говорю католики, григориано-армяны, копты и сирийцы, вот пять, которые от апостольских времен. А остальные возникли спустя 1500 лет. Как они могут быть церковью, когда Господь уже церковь создал? Куда она делась, церковь-то? Это очень ну да. Ну да, слава Богу. А так получается, что я пошла в церковь, а у меня домашние никто в это не верит. И с меня смеются, говорит, ты, говорит, с ума сходишь, фанатично к этому относишься, ты берешь это все в голову. Я говорю, а как не брать, если оно так и есть? Доходит даже до спора, ну, я начинаю спорить с людьми. Ну, как бы, зачем ты посещаешь церковь, если церковь должна быть внутри тебя быть? Зачем ты внешне туда ходишь? Апостолы собрались в горнице Сионской. Ни один не рассуждал внутри. Когда говорят только внутри, это люди, которые вне церкви. У них все абсолютно искажено. Апостолы собирались, написано, ежедневно по домам. Зачем они собирались? Ну, внутри меня и все, сидели бы. Ну да, получается, что так. Ну все, видите... Как бы, когда человек подходит к церкви, начинает верить, все против него получается, да? Сразу начинают нападки какие-то быть, ты не должна туда ходить, это все обман, зачем ты туда ходишь, ты все равно от этого ничего не получаешь, не приобретаешь. А что именно? Ну, именно для чего ты туда ходишь, что ты от этого получаешь, зачем ты туда ходишь? Ну, мне всегда такие вопросы задают. Зачем? И спрашивать церковь, зачем ходишь туда, это только безбожник может спросить или сатана. Господь собрал вместе. И о чем спрашивать-то? Я таких вопросов даже не слышал. Ну да. Зачем идет в секту? Тут понятно, на погибель. А в церковь идет для спасения, чтобы вместе прославить Бога. В церкви молитвы, благословение от священства. Тут ангелы воспевают, как Златоуст говорит. А это сами собрались еретики. А вы спросите, вот с кем вы там встречались, какое название там. Их сегодня насчитывается 21 тысяча разных сектантов. По названиям. Конца краю нету. Почему вы не вместе? Ну да, почему не вместе, если со Христом все они идут? Да. Говорят, во имя Господне трое собраны трое, значит, это и есть церковь. Не написано, у нас... такого не написано, что церковь. Церковь не может быть там, где нет епископа. Без епископа церкви нету. Так всегда церковь и понимала. Смотрите, тогда, то есть, получается, ихние сектанты не спасутся. Как бы я вот у нее спрашивала, вот та, которая посещает больше 15 лет, она говорит, ну ты же придешь к Господу, что ты скажешь? Ну, ты там туда ходила или сюда, ты в сердце просто прими Христа и все. И делай добрые дела на земле. Остальное не важно, куда ты будешь ходить. Нет, это очень важно.
Если кто не родится свыше, не может даже увидеть Царствие Божие. А рожденный свыше, он понимает, где родство его душ. Ходи хоть куда, ну на любую помойку заходи, а ты понимаешь, за столом сидеть, где царь прислуживает, царь, он зовет на пир. Или иди в любое место. Когда Господь создавал церковь, он говорит, создам церковь, и создал ее в Сионской горнице. Дальше, второй раз он и не создавал. Это самый роковой вопрос для сектантов. Когда они возникли? Все остальное, мы хорошие, там хорошие были коммунисты, хорошие были фашисты, все хорошие. Но это не церковь. Карл Маркс... Ну, смотрите, тогда коммунизм, вот это все, когда стали разрушать церкви, то есть это как бы наказание Божье было, да. Получается так, да, что Бог да. наказал наш народ за то, что были какие-то безбожники, те, которые сидели как бы попы и говорили о том, что Троица, шапку показывали, да, и рассказывали людям на пальцах, что такое Святая Троица. Так, что ли, получается? Мы не знаем, за что указывают, но только знаем одно, что написано, Господь посещает за грехи людей. Отступничество. Это нам говорит все Священное Писание, Святая Библия. Отступили, ну, получается... а решать, за что там родители наши звезду любили пятиконечную, в пионеры вступали, мы можем рассуждать. Но это может и не то. Теперь сектанты, вот такие хорошие баптисты, что они не спасутся, спасает Христос. Но вне церкви нет спасения. Вот это однозначно. Вне церкви нет спасения. Церковь – это корабль. Корабль. Апостол Петр пишет в первом послании, 3 главе. Это корабль. Все, ну вот, большое вам спасибо. Вот, знаете, я с вами пообщалась, многое узнала. Вот ваши проповеди, ваши вот это вот читала, где перевод, не перевод, а как бы... Новый Завет и пояснение, вот я читала. Да, да, с толкованием. Многое там было понятно, потому что когда читаешь своим умом, как бы не можешь вникнуть в те слова, которые там написаны. Ну это церковь имеет. Блаженный Феофилакт толкует, Иоанн Златоуст. А у сектантов этого нет. У них сколько голов, столько и умов. Ты, Маня, ты, Таня, как понимаешь. И поэтому они дробятся. У нас определенно, четко указано, как это понимать. Ну, этот Игнатий Тихоней, я сейчас вот учусь на воспитателя, и у нас вот есть там один, мы с ним поспорили по поводу веры, там, что он говорит, у меня есть Бог в душе, я говорю, ну, если у вас есть Бог в душе, почему вы тогда не ходите в церковь? Ну, он говорит, как бы, я не посещаю церковь, потому что не считаю нужным, потому что в самой Библии указано, что Иисус Христос не ходил и не молился в церкви. Зачем туда ходить? Он ее ощущал, выгонял продающих валов. Он не хотел. А я ему так и сказала, с ним стала даже спорить. Я говорю, вы, наверное, не до конца дочитали, что когда Иисус Христос сказал, что выгнал всех менял, которые там, и сказал, что дом молитвы наречется. На Нет, что он мне сказал, мой. Что он сказал, это мой дом, мой дом. Да. На что он мне сказал, что это догматы вы мне какие-то приводите. Ну, да, я говорю, не буду с вами спорить. И в итоге он меня на следующий день завалил на зачете. Ну, как бы, вот это вот верующая, я как бы не смогла промолчать в эту пользу. А некоторые, знаете, как наши иногда, у меня одни женщины там учатся, и сразу начинают говорить, вот наши батюшки, денежки собирают, ездят на дорогих машинах, зачем эта церковь? Вы, говорит, туда ходите не к Богу, а ходите к батюшкам, получается. Так, деньги туда к ним приносите. Батюшка-то он как раз в церкви и есть, он поставлен руководить. Ну, я так и объясняю. Чтобы мы были послушание, написано, дабы не доставлять им печали. Апостол Петр говорит. Ну да. Ну, получается, а они так... отошли, они еретики. Еретика после первого-второго вразумления отвращаются, еретики. Они говорят, вот с кем вы встречаетесь, они признают Святую Троицу? Кто признает Святую Троицу? Ну, где вы ходили-то, с какими там знались-то, с людьми, которые не православные-то? Не, ну евангелисты, они же признают Христа, это говорит, как Новый Завет, мы новые люди, после нового, вот новые. Но Троицу, они признают Троицу, Святую Троицу, признают? Ну, признают, но они не признают Божью Матерь, вот, они это говорят, не, что я она... Я сейчас про Троицу спрашиваю, Троицу, они признают, куда вы ходите? А, куда я хожу? Конечно, я хожу в православный храм. Ну, а к тем, которых посещали до этого-то? А я туда не посещала, мне просто книгу... Так вот скажите, скажи, учение о Троице-то, это православное учение-то, слова Троицы в Библии даже нету.
Они взяли Библию, вы их спросите, а вы Библию любите? И вы знаете, что сектанты любят Библию. А скажите, а кто составил этот канон? Православные. Православные приняли в канон библейский. Кто перевел на русский язык? Православные. Они пользуются всем православным и плюются. Ну это да. Это неразумно. Ну да, получается. А теперь скажите, у них имена. Вот вы с кем знакомы, там у них бывает Татьяна, Игорь, Владимир, бывают такие? Не, ну этот, который вот с ней знакома, она, у нее русское имя, просто они принимают подарки там зарубежные. Послушайте меня внимательно. Вот, те люди, с кем вы встречаетесь, которые не православные, у них какие имена? Назовите кого-то. Вот с кем я общаюсь, у нее русское имя. Ну, русское имя, так произнесите его, как? Галина. Галина. Вы скажите, это имя Галина вы откуда взяли? Из православных святцев, из календарей. Была святая Галина. Вы носите имя святой православной Галины и говорите, а я не признаю. Это полный нонсенс. Как так? Как не признавать, когда у тебя само имя говорит, что ты от православных взяла? Библия переведена, все православные, четыре духовные академии, там сектантов вообще не было. И они отбросили 11 книг от Библии, абсолютно неразумно. Меня больше интересует о том, что батюшки ваши, где они обо мне слышали, потому что они против-то воюют? Они вас вообще не слышали, не знают. Это я такая пришла и сказала, вы знаете, вот я посмотрела видео про проповедника, миссионера, говорю, такой-то, такой-то. Вот, ну, говорю, вот у меня дети крещеные, не с полным погружением. Да. Я говорю, я могу покрестить своих детей на, ну, второй раз? Но что он мне сказал, что за глупости ты там себе напридумывала? Не надо никого смотреть и никого не слушать. Вот почитай. Скажи, глупость, это вы натворили, попы? Это вы натворили? Мочите, люди не крещеные, вы их обманываете. Крещение переводится на русский язык, баптизантес, погружение. Другого перевода нету. Вот в немецком языке тауфан стоит. И у них вопрос не возникает. Именно погружение. Зачем Иисус шел на Иордан-то? Полили бы из него из чашечки. Зачем князь Владимир крестил в Днепре? Что, они на берегу стояли? Ну, само по себе, посмотрите явление Христа народу, Иванова картина, когда Христос идет креститься. А вот вы там еще в конце говорите, что как бы если даже и покрестили моих детей не с полным погружением, что вся ответственность будет и грех на том батюшке, который так покрестил, да, это получается? Само по себе на нем, что он безобразный. Или... Да, или... Мы, дети должны быть крещены только в полное погружение. У него, у батюшки, у него, спросите, книжка такая, требник, есть требник? Это та, по которой он должен служить. И скажи, батюшка, откройте, посмотрите, там что написано? Там написано крещение, это есть таинство, в котором человек погружается, не мощится. Погружается трижды с произнесением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. У него книжка в руках, он все портит-то, портащит. Это не я делаю, это они делают-то. Ну, понятно, все понятно. То, что крещение должно быть полное погружение, в моем материале я даю 136 материалов. Это Библия, жития святых, каноны. А у попов, у этих бракоделов, у них ни одного нету, пустое место. Ну, кто на кого должен ссылаться теперь? Ну да. Я вот про вас многим рассказываю. Вот никто не слышал. Говорит, мы такого не слышали даже. А я случайно вышла на вас по YouTube посмотреть. Я сейчас в скайпе вам скину наши все данные. Не, на канал я вас. А вы на форуме бываете? Не, у меня на форуме и у меня и на форуме и YouTube все ваши проповеди и ваши книги. А все в Mail.ru в моем мире вы бываете у нас? Ну, бывает, там просматриваю ваши какие-то... Меня зовут Александра. Александра, у меня какая-то Мария Кузнецова была. Не-не-не, Марии не было. У меня вот в контактах я у вас зарегистрирована, Александра Кузнецова, Александра, друзья. Дело в том, что я вам часто, в контакте я не бываю, там модераторы работают, и кто мне задает вопросы, они перекидывают на форум. Я на форуме отвечаю, они опять копируют и передают вам. Я контакт не касаюсь, у меня другое. В Mail.ru. А ВКонтакте там очень хорошие модераторы работают. Они там два, у них не один листик, а два. Ну вот смотрите, Игнатий Тихонович, если у меня возникнет какой-то вопрос, можно будет вам на скайпе звонить и общаться? Вот сюда, вот теперь я вас принял, вы легко можете заходить. Но только придите с кем-то. Если можете, позовите священника.
Священно, но вряд ли священник. Ну, навряд ли. Дайте ему данные, пускай зайдет. Потому что то, что он говорит против, мне-то никакого вреда в этом нет. Это ему вред-то, я-то ничего на него не говорю. Нет, смотрите, Игнатий Тихонович, мои дети крещены не в той церкви, в которой я сейчас хожу, а в другой церкви. Просто я в своей церкви, которую сейчас посещаю, уже вот достаточно серьезно я туда хожу, с осознанным пониманием, для чего я туда хожу. А крестила детей до этого, понимаете? И как бы я просматривала ваше видео, решила, что нужно детей перекрестить. И пришла, да. И стала спрашивать у батюшки. Вот он мне такой ответил, если понимаете? Если бы вы были здесь у нас, вас бы крестил мой родной брат, протоиерей. Угу. Бы крестил. В прошлом году мы были в Севастополе и ночевали на берегу. Там, где этот памятник покинутым бойцам, у которых просят прощения, там дальше, где спускается вниз, и мы прямо на берегу там ночевали. А вас, получается, как бы и в храмы даже не пускают, да, если вы куда-то приезжаете, или как? Как это не пускают? Я в храмах и проповедую, и в Москве, и... А вот у нас в Севастополе вот проповедовали? Я не был там, это, в храме-то. Вы просто приезжали? Мы приезжали в библиотеки, где я дарю свои книги. Ага. А где знакомые священники? Да. А у вас есть тут какие-то знакомые, может, с кем-то пообщаться, которые вас знают? Которые где? В Севастополе. Нету. Нету, да? В Москве около храма Христа Спасителя рядом. Я нынче был, там 4 проповеди в храме говорил. В Москве. Ну, в Москве-то мне далеко, это в Крым. Нет, вы скажите своим батюшкам. Угу. Вы зайдите в интернет и посмотрите, как я проповедую, облеченный в стихарь, в одежду церковную, в храмах. Как к нам приезжает епископ. Епископу православному. Вы еще скажи, городите-то, греха не боитесь. Приезжает епископ со священниками, и мы в храме вместе служим, а потом обедаем, гуляем, и они все слышат. Зайдите на наш YouTube. А вот смотрите, у вас же чуть-чуть отличается это старообрядцы, да? Нет, мы не старообрядцы. Нет, ну вот я смотрела ваш... Мы православные. Смотрела... Ваши молитвы чуть-чуть по-другому там у вас как-то. У нас по-другому нету. То же самое до одной буковки. Угу. Когда у нас приезжает наш храм, епископы, и они служат, они ничего не меняют. И молятся за патриарха Кирилла, и все. Угу. Это по вашей попы или по злобе это говорят, или по неведению. Тут я уж не знаю. Ну, знаете, я такая, когда ушла, я как бы подумала о том, что он все-таки взял на вооружение ваше имя и фамилию, потому что я сказала... Дайте наш квиток, вот который я вам скину данные, перепишите и дайте, скажи, зайдите и посмотрите. Мне от этого никакой беды нет, что он говорит. То есть он клевещет на меня, это награда, радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут как неугодное. Писание говорит, но ему-то трудно будет по мытарствам идти. Специально будет мытарство лжи, ему не пройти там. Хотя я если хожу в наш храм, он как бы проповедует и читает нам Евангелие, все, вот как бы люди все слушают. Храм у нас всегда полный. Я не могу сказать, что у нас батюшка плохой. Ну, может быть, чего-то тоже не понимает. Знаешь, он тоже человек. Я о нем ничего не говорю, кроме того, что он сказал неправду. То, что он говорит. И крестить неправильно, это обман. Нет, это крестил детей, он не понял, он моих детей. Я понял, что в другом месте где-то, но я этим в большинстве своем так. Ну да, но получается, как бы он должен был согласиться покрестить второй раз, да? Это не второй раз, первый раз был обман. Его нет. То есть это не они было. Они не крещенные дети, просто не... Какое крещение, погружение, вы что, не слышите меня? Я слышу, но слышу. Если не были погружены, и крещения не было никакого, это обман. Угу. Они должны крестить, как говорил об этом патриарх Алексей II. Чтобы нигде не было мощения-то. Все, спасибо вам большое за ваши ответы. Вы можете пойти в библиотеку у себя в Севастополе. А я вот пойду, я там записана. Там, которые в Крыму, когда объезжаешь вокруг, и какие там названия городов, в каждом городе в прошлом году я дарил свои книги. Это была Украина еще. Ну да, сейчас-то мы Крым. Но хотя, знаете, люди как бы переживают по поводу того, что мы отошли к Крыму. Начинают роптать. Я говорю, а что вы ропчете? Вы сами выбрали то, что хотели, понимаете? Было плохо, плохо. Было, стало хорошо, все равно плохо. И денег мало платят, и то не так, и это не так. Но это другой вопрос. Дело в том, что Крым испокон века был русский. Ну, он понятно. Никогда украинский не был. Это самодур был такой бесноватый, Хрущев. Да. Отхватил ее и на Украину провел. Крым вернулся домой.
Ну да, это, слава Богу, я говорю, слава Да. Богу, что мы вернулись домой. Это испокон Мы века была русская земля. Об этом у Лев нас. Толстой пишет, севастопольские рассказы. Что, совсем... А это участники писали, Пирогов, когда там хирург был. Это все русское было. Ну, конечно, конечно. Спасибо вам Мы большое. купались там в Севастополе, где Да? там, посмотрите дальше, там, где маяк стоит, на этом берегу, туда подальше, это спускаться. А берег высокий-высокий. У нас собака была, и я ее все время на поводке держал, боялся, чтобы она не упала. Это немецкая овчарка, да, у вас? Да, он чемпион России. Это не А вот просто... смотрела, где вы ездили куда-то вот за границу и где вы рассказывали, где у вас было первое посвящение в это. Вот вы узнали о Христе, вам дали первую Библию, вы там прям Это молитесь на улице. Латвия, Да, Вилпулс. я прям вместе с вами плакала. Так это Да. трогательно было, да. Я там обратился 53 года назад. Но я был верующий с детства. Меня Господь избрал от утробы матери. Ну, все, Так что вы спасибо вам. держитесь православной церкви и никуда не ходите. А никуда не Никуда. хожу. И Просто батюшке я... вашим поклон передайте от меня. Да, просто у меня в семье никто не ходит и не Я вам посещает. сейчас сразу скину наши данные. На все. И вы это как-то перепишите или как? Вот в Mail.ru вы на меня зайдите, попросите, друзья. Я вам тогда вышлю, ну, наш квиток. А А то... вот еще, подождите, Игнатий Тихонович, вы как-то вот сказали, что в контактах мертвые люди, а в Mail.ru это как бы мир. Это что означает? Мертвые Это люди. означает, когда я говорил в то время, Mail.ru, его даже ни с чем нельзя было сравнить. У меня, допустим, 10 тысяч друзей, 10 тысяч. Я мог сразу одновременно одним щелчком 10 тысяч писем отправить, представьте себе. И в каждом письме мог 12 фотографий прилепить одновременно, сразу. Это вообще шикарно было. Но там стали безобразничать люди, писать про правителей, и им приказали все это закрыть. И сейчас по одному, и то только, если что-то есть указывающее на интернет, 4, а пятый тебя уже блокируют. Ну, в контактах то же самое. Там, если много набирается людей, блокируют людей. Ну, Ну, люди не могут в переписывать. Mail.ru очень открыто, там А вот еще плейлисты. скажите, пожалуйста, могут ли наши священники или монахи, ну, говорят, верующий человек должен тихо, настоящий верующий никогда не будет лазить по интернету. Я говорю, ну почему вы такое взяли? Если человек хочет проповедовать, почему он не может общаться в интернете? Хотя сам Иисус Христос сказал, идите на распутье и ищите, чтобы кто-то услышал о кресте, зовите. И наши люди, которые не ходят в церковь, считают, что батюшки, там, священники не имеют права входить в контакты, общаться через А интернет, вы говорит, скажите, сколько архиереи православное времени проводят в интернете? Патриарх Кирилл, патриарх Алексей, Алфеев, митрополит Илларион. Посмотрите, они не вылазят оттуда. Они отвечают, кто? Осипов, профессор. Он все время отвечает, профессор Академии Духовной. Смирнов. Ваши батюшки-то разве этого не видят? Они пусть посмотрят. Это не мои батюшки, это я говорю про людей, которые вот Ну, я о с ними людях зачем общаюсь. говорить? Это люди, которые, может, что-то недопонимают. Не, ну мне говорят, вот у тебя найдешь как бы в контактах, ты общаешься с такими людьми, что даже, говорит, с тобой невозможно общаться, Ну, потому пускай они что у тебя общаются, вы их не заставляете все, общаться с вами. я не заставляю, но как бы у тебя, говорит, все темы только о Боге, ты все темы переводишь А на у вас перед вами Бога. глазок, где глазок ваш? Вы смотрите в глазок, вы куда-то голову задираете, я не могу вас увидеть. Вот так, на меня глядите. Эти люди, что говорят? Они не знают, что такое интернет, как облегчает это нашу жизнь. Вот мы ездили, я выступаю в храмах, моя проповедь известна только тем людям, которые в храме. Мы выставили в интернет и уже больше 540 тысяч посмотрели. Полмиллиона, только в Ютубе, это за 2 года. Ну и что, разница есть? Ну да, это большая разница, чем когда наживую люди не приходят и не слышат, что говорят батюшки, Мы показываем, понимаете? как у нас крестят, как у нас идет богослужение. Вы во все-то войдите. Представьте, мы вот 21 декабря, вот сейчас будет, 2 года, как наш канал создали, и наших роликов 2200, представьте себе, 2200 фильмов. И как молятся, и как в детском лагере, начальник детского лагеря. И как мы ездили, и как встречи какие идут, и беседы, богослужения, все, занятия, собрания. А вот этот, как бы, кто он такой, вот этот, Герман Герман Стерлингов, Стерлингов, но разрушитель. он,
Разрушитель и обманщик. Но он, видите, тоже же уехал туда. Вы слышали, вы меня спросили, я ответил, это разрушитель и обманщик. Он нигде в церкви не принадлежит. Он православную церковь, где вы находитесь, считает это не церковь. Для него нигде нет церкви. Он обманывает людей. У него ни одного слова почти истинного нет. Единственное, что правильно говорит, я встречал, это о бороде. Ну, хоть что-то. Хотя он там предлагает книги бесплатно. Нигде. Он ни патриарха не посчитает, не знает, ни епископов, ни одного. Один он только и все. А у него ничего нет. Он награбил денег миллиарда, а теперь скрывается. Пусть он деньги сначала отдаст, кого обманул. Все. Спасибо, спасибо за ваши ответы. Если будут возникать какие-то вопросы. Вот вы только сколько сейчас время? Вот как в это время, когда вы вошли, в это время выходите, допустим, через месяц. Можете позвать с собой, которые люди желают что-то узнать. Ну все, Александра, до свидания. Все, спасибо большое, до свидания. Храни вас Господь. И вас также, восключайте.